do it. I'ma 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 do it. Бля, тупорылая вишня, ебаная шмонька, блядь, за мной бегает. Оп, электричество выключили, нахуй. I'ma do it. Так. Блядь, вот это хуёво, что она за мной бегает, потому что, типа... Угу. Тут никого нет. Где? Нет, вишню я не буду убивать. Так, в вот этой главной комнате, где карту проводи, да, и там Юечка была. Нет, где карту проводить? Был. Я захожу, я хотела зарепортить, а ты сразу же увидел, что я бегу, и начал репортить. Не, в плане, я зашел квест с карты провести, я карту провел, бегу обратно, лежит труп, я его зарепортил, и ты там стоишь. Он пиздит, потому что он подозрительно все бегал, я сидел на камерах, и он безумно подозрительно веслил. Ну, а чтобы не париться, мы можем просто пиздит. Двоих выкинуть. Я пиздит. Прибежал вначале, я вначале на столе. А, если вы пиздите друг на друга, просто кикаем в размен и все. Баланс, да, давайте ЧБ первого только, да. Я просто почему-то подозрения тоже такие. Я не верю ЧБ, можно слово? Я сидел на камерах, наблюдал, как ЧБ паскудно бегал за всеми и хотел кого-то ссапать. Он не делал нихуя квесты, просто вынюхивал чему-то жопу и хотел кого-то скушать. Я тебя спалил, дядя, нихуя ты никого не скушаешь, блядь, я тебя скушаю чисто на завтрак, блядь, давай. Блядь, две недели он мекал и все, никого не трогал. Ох, ебать, а чё ты злой, нихуя ты накинул голосов? Не, дядя, он очень подозрительный кен, поверь мне, я чувствую. Злой очень хотел, чтобы ЧБ... Всё, мне пизда. Подозрительно. Мне пизда. Я не знаю, что мне делать, если честно. А? Ну что, сразу в размен? Сразу, чтобы... Я на самом деле думаю, что вишенку не стоит выкидывать, потому что... Ну, ЧП реально так был давайте... подозрительным. Это так не, вишенка тут при чём? Это Юечка была. Нет, типа вообще, в принципе... Давайте я за Юечку побегу. Ой, Витёк неплохо, Витёк неплохо, в принципе, спалился, но... Ну, мне просто давайте кажется, я за Юечкой побегаю просто, чек. Давай. Да, давай типа, так сделаем. Я любитель, конечно, поорать, что нужно кикать в размен, но мне кажется, здесь нет смысла. Ну да, да. Okay, Ваня как раз не играет, пиздец, он даже не хочет никого кикать, нахуй. Любитель ракет. Любитель! Погнали в электричество, кто-то... Мне пизда! Мне пизда! Нажал на кнопку. Мне пизда! Может быть того, чтобы, блядь, договорились кикать в размен, я сразу нажал? Это глупо, никто никогда не кикает в размен. Все кикают в размен. Да, все кикают в размен. Вообще, смотрите. Объясняю. Это не глупо, это вообще-то очень правильно. Если один человек пиздит на другого, а другой пиздит на этого, то среди них 100% трейтер. Кикаешь двоих, трейтер уменьшается на одного. Все, типа. Электричество, пожалуйста, меня проводите. Мне пизда, блядь. Так, я побежал со следаком вниз. Бля. Ну я хз, кстати, что микрофон, мне делать? Пожалуйста. Я хз, что мне делать? Без рофлов говорю. Бля, это пиздец. Блять, никого нет. Никого нет. Чего такое? Короче, сидел на камерах, видел, как Авелон забегает в медицинскую лабу, лабораторию, и у меня на темном фоне просто вот так, люк вот так. Блять. Вот так просто. Подожди, я забежал в медицинский и делал квест. Нет, тут уже никак не оправдан. Тут все уже, мне кажется. Вот так. Найс трай. Мне кажется, это просто добрый аргумент, реально. Просто против него не пойдет. Я ее взломал, блядь, максимально. Надо придумать. Да, такой вброс вряд ли. Че, победа? Сейчас будет, кстати, забавная сокатка. Да. Пожалуйста, победа, блядь. Все, что ли? Вот так чисто. Понимаю, понятно. У меня все в чате пишут, как это можно видеть с камер.
Там нет, камера, нет, там уголок темная, справа, темная там хуйня. Видно, там видно, да, там есть темно, такой момент. Темно, ты забежал на камеры в электричество, я выключил камеры, что просто, я вижу, как люк вот так. Ну ты и долбоёб, Вадим. Смотри, если люк находится даже в тени, не в твоем обзоре, он все равно видно, там фишка, фишка в том, что, типа, все бегали вместе, а я остался один. И мне, типа, особо убивать не было кого. Я забежал в медицинский, думал, я... Типа зачем телепорнусь, убью и выпрыгну убью обратно. Да не, забей, когда один остаешься, там вообще почти нереально вытащить. Меня ЧБ зарезал, блядь. Первый, единственного, прошу заметить. Бля. Вокруг него писячек, он приходит. Это пиздец. Все, все, мьют, мьют, гайс. Стоп, объясните мне, пожалуйста, можете, я так быстро вшу. А смотрите, это видно, когда я вылазю с лука, ой, с люка, или как? Да хуй пойми, просто анимация люка есть. Анимация короче, люка все, есть да. Просто, да. Вадим, а вебки видно сейчас или нет? Нет, вебки не видно, когда мы играем. Бля, это пиздец. Я не знал, что так работает. Связь. Быстро. А ЧБ на тебя зарезали? Туда его, блядь! Не дает поиграть человеку. А есть какая-то инфа? Есть какая-то инфа? Со мной было его. Короче, нет, никакой инфа. Сразу скажу, был я и я видел Юечку. Я видел следака. Где труп нашли вообще? Связь, связь, связь. Кто бы не был. Почта голуби. Кто бы не был бы трейдером, спасибо тебе большое. Возмездие, блядь, это правильно. Короче, я видел следака на электричестве, он стоял, делал квесты. Может, он со связи берет, а может нет, я не знаю, не буду его подозревать. Смотри, 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 таймингом не удастся добежать. Мы с тобой пересеклись снизу на нижнем реакторе, и я до этого забежал. Я до этого забежал как раз-таки в блок с электричеством, там то ли стоял, понял задание. То есть, ну, это вряд ли. Связь, связь, низ, низ, низ. Справа от склада. То а кто, помимо или у тебя, кто еще там был? Направо, на старте я побежали. Я один бежал. Там навигация была, я побежал. Эксайла кто-то видел вообще? Да, 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 да. Я видел коричневого, видел Вадю и себя. Справа. Ну было странно, чтобы ты не видел себя, блядь. Окей, давайте так, методом исключения. Вишенка, ты где была? Блядь, вот мне все кажется, что это Вишенка, она всегда вот быстро, блядь, убивает. Она или умирает первой, или она... Она еще та паскудница ебаная. Ее стайл гейминг, она всегда быстро. Ребят, я скажу так, когда она красная, она всегда бегает за мной, блядь, как, сука, собачка, нахуй. Как такса, блядь, сука, постоянно за мной бегает, но как будто у меня в кармане вкусняшки, блядь, собачьи, нахуй. Косточки, блядь. Чат, сделайте пруф, нахуй, что она постоянно за мной бегает, блядь. Мне Вишенка не нравится. Ну, я вижу, давайте скипнем, кто-нибудь бегайте просто с Вишенкой и наблюдать. Окей, давайте, я бегаю с Вишенкой, я бегаю с Вишенкой, все. Давай, окей. Ты говоришь, как, ты говоришь тогда, когда тебя все хотят выебать. Послушай, ты говоришь только тогда, когда на тебя кто-то наговорил, блядь. Ты просто так не говоришь вообще. Я сразу сказала, что я была... Все, мут, 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 мут. Татары, 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 татары. Кто, блядь? Давай, шманька ебаная, беги за мной. А себе похуй, блядь. Смотри. Просто вот так вот нахуй показываешь, блядь, она за тобой бежит, блядь. Блядь. В электричестве. Ну, смотрите, вишню я видел, вишню видел, Двинглайда видел. Двинглайд, скорее всего, бежал справа ко мне. Поэтому... Я выбегала из электричества, я подходила на квест и, я не знаю, что это Юечка, потому что я выбегала из электричества, забегал злой, за ним Даша, и Даша репортит труп свой, который она живет. Я пришла, там сразу труп у меня загорелась. Не-не-не, Даша забегал злой, ты за ним бежала. Как у вас предложение, предложение? Ариан нахуй. Кикаем сначала Арину и сразу же стоим. Я сейчас подбегал к блоку с электричеством и не видел, как Ариан. Кикаем Арину и стоим у стола и кикаем Юечку. Бля, да, я только... не могу против Юечки пойти. Это там саботаж будет, Вадя. А, ну тогда ладно. Так, а все равно КД на килл там. Если она говорит, что она не может против Юечки пойти, то в принципе похуй. Тогда, наверное, скорее всего, Юечка красная. Ну, блин, я не А у неё какая-то ненатуральная эта улыбка такая была такая, фальшивая, керамическая, блядь. В смысле, ты смотришь вебки? Так на обсуждение же, или нельзя обсуждение? Нельзя никогда смотреть вебки, никогда нельзя смотреть. Вебки только для зрителей. Чтобы смотреть вебки, ты всех палишь, все показывают свои эмоции. Всё-то... Блядь, тупой, блядь, Гвин.
Ой, блядь. Юлечка, вишня. А, кто? Ну, что делать? Мы договорились сразу. Да, кикать, да, 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 да. Кикаем Юлечку. Ну, давайте, ладно, окей. Меня хорошо. А, за кого, за кого, за кого, за кого? Юлечка. За меня, так, получается. Окей. Не, ну тут типа. Я все равно просто тут... Юлечке верю, но а, мне указано. Ну тут такая ларинян... Нет, ну подожди, да, в той игре я типа прям 100% доверился, потому что я знал, что чуть банк. Трейдер. А тут, типа, спорная очень сильная хуйня. Поэтому, ну, не знаю. Да, мне просто кажется, что Аринян по эмоционалу спалилась. Я просто помню, когда мы в прошлый раз. Ну, Юлечка тоже особо ничего не говорила. Юлечка, класни куда-то. Класни в себя. Я не хочу Юлечку кикать. Класни в себя, да. Ну ладно. За что Юлечку, не пойму. Что-то я такой тухой. Не расстраивайся, пожалуйста. Сейчас прикиньте, они хотели сделать это... Два друг трейдера, против друга, да, сыграть, два трейдера, Юлечка и Аринян, типа, чтобы не было с другой беды. Ну ладно. Побежали, блять. Я очень послушная, я ебал. Это просто пиздец. Угар, Угарыч. Ты чё, блять, потерялась, ну, что ли? Слышь, она, походу, на меня обиделась, блять. Бля, ебаная тварь, блядь. Какая уёбина, блядь. Просто я ебала, хочу посмотреть нахуй. Где? Где? Выход из реактора. Так он ещё. Короче, методом исключения, смотри. Кофе, следак ушли вправо, я нашел труп, Гвин не знаю, соответственно, либо вишенка, либо Гвин. Экзайл, смотри, я следак, я следака видел, я следака видел, Гвин, ты где был, ты где был? Я качал данные в комнате управления, потом карточку двигал, следак пошел ко мне, тоже пошел качать эти. Ну, поставь исключение, исключение. Не-не-не-не-не-не. Смотри, смотри, вишня, у меня следак и кофе убежали вправо. Да, подожди, мы с ним сначала выбежали вправо вместе, потом он побежал налево, хотя он сказал, что будет со мной всю игру бегать. Подожди, вопрос, кто побежал, кто? А кофе следак, как взял, вы видели? Да, не-не-не, на мусор, ребят, на здание. Мы на электричестве все вместе побежали направо, он побежал потом налево наверх, и просто его потом Илья, типа, репортит. Я не знаю, зачем он убежал налево. Не-не-не, методом исключения здесь остается только да. Ну, мы можем потом просто экзайл убрать, потому что всегда для меня красный получается. Кофе не знаю, хотел хуй знает. Не, смотри, я был с Олегом вместе. Я просто бы не успел. Я не знаю, как логически рассудить, но у меня методом исключения кофе и следователь убежали вправо в сторону связи. Я со склада, я выполнил задание на выбрасывание мусора. Я видел. Да-да. Но они убежали, они ребят, никак там не могло быть. Если это не Илья, то это точно просто видно. Но я не думаю, что это сам репорт, потому что это было глупо. Чел пишет. Я бы не успел. Ей за пиздец, что ее сломали. Если не она, то не знаю. Ну, у меня Гвин остается. Это не может быть не она, потому что мы видели все это. У меня экзал остается и котик. У меня остается Гвин. Такая я видел 100%. Блядь. Получил пизды! Слышь, у меня в чате пишет, что это тебя запиздёшь, что сломали. Понятно. Помните, я в первом кругу понял, что она красная. Помните? Потому что АФК чисто. Не, наоборот. Помните, я сразу сказал то, что типа такие фаст-киллы, это вишня. Вишня стайл плей, блядь. Она убивает. Ты убил ЧБ. Вишня убивает, блядь, на респе, понимаешь? Я вообще похуй, блядь. Да, да, меня. Я так и знал, блядь. Я постоянно трейдер. Я постоянно трейдер. Даша убила. Даша сделает такое. Ну понятно, блядь, больше всего. Ну слава богу, что сразу кикнули. Блин, я не думала, следак, что... Следак, а можешь дать, пожалуйста, красненький или костюм играть? Арина, отдай мы черный. Так, подожди, кто был трейтер? Юлечка и я. А-а-а, видите? Вот видите, мы кикнули Юлечку просто потому, что надо кикать двоих. А трейтер была Юлечка. Не очень сейчас на то, что вы... Нет, это наоборот. Смотри, Даш, вот вы пиздите друг на друга. То есть, значит, из вас 100% кто-то трейтер. Почему бы нам не кикнуть двоих?
Мы, типа, смотри, конечно, не всегда надо размениваться. Нет, мы не должны если выбрать одного. Если один точно трейдер, всегда надо размениваться. Тут по количеству. Допустим, если останется 6 человек, то делать как бы... Ну, нет, все равно двоих, все равно двоих надо... Просто так слишком быстро получается. Нет, Вадя, не быстро. Бывает, типа, что красные друг на друга... Так и все, пусть, значит, выиграют трейдеры, если такая хуйня. Это же нормально. Но это значит, трейдеры сыграли настолько охуенно, что красные пиздятся с красными. АФК, АФК, просто АФК трейдеры сыграли. Не, это пиздато, все, поехали. Пойдем играть, блядь. Погнали. Мы, кстати, очень быстро, мы собирались больше, чем... Да, две игры. Тот раз мы что-то пиздец. Я всегда трейдер, конечно. Блядь. У Толи нет вебки. Я бегу за злым, потому что он уебище ебаный, сука, гниль. Просто уебан, просто говнарь ебаный. Ух ты, сука, блядь. Олег, кофе, блядь. Нет, нахуй, Артур, чай, блядь. Только попробуй меня убить, уебанка. Ок, блядь. Бля, в чем смысл с реактором, блядь, если там сразу пароль висит? Вы чё, вообще конченые, нахуй? Вы чё, уебаны? Вы чё, блядь, говнари нахуй? Чё за хуйня, блядь, багает, блядь? Игра вообще лагучая, да ебень. Подожди, стоп! Подожди! Дай я тебе скажу сейчас, следак! Я подбежал, короче, чтоб ты понимал, я подбегаю сейчас, у меня сверху два задания. Я подбегаю к столу слева, у меня горит кнопка репорт. Я смотрю таким ебалом, типа, что, блядь, мне нужно зарепортить кусок пиццы? Типа, я отбегаю вправо, я не вижу, я смотрю, у меня ничего нет подо мной. Я подбегаю влево, у меня опять появляется кнопка репорт. И потом ты подбегаешь, я вижу, что справа лежит чел. Ну, блядь, такую хуйню невозможно просто придумать, блядь. Типа, понятно. Я верю Вилону просто потому, что он стоял не там, где убили. Да, я стоял возле этого человека, стола. Когда так, убили человека, явно кто-то бежал либо к метеорите. Нашли возле респы сразу справа. Сразу справа. Гвина кто-то вообще видел? Нет. Да. Я вообще его не видел. А можно, сука, вас спросить нахуй? Что, почему никто не выключал ебаный реактор, блядь? Я с ебаной шмонькой, блядь, бегал нахуй сначала к одному, а потом к другому, блядь. Смотрите, еще раз, смотрите, фишка в том, что, смотрите, в чем прикол. Следак выбежал со столовки примерно в то время, когда случился саботаж. И потом подбежал ко мне, когда я выкидывал листья. Потом прибежала Юечка, и верхний реактор начала деактивировать. Потом мы побежали все через низ, пошли в комнату управления, где хорошо. Закрыли столовку и низ. Подожди, а кто-то что-то скажет? Арина там, например, Юечка, okay, злой. У меня очень большие... Я тебе говорю, то, что мы сейчас были на реакторе, и после реактора, когда мы делали там квесты, короче, я побежал просто на свет. Ребят, видел, в каком в реакторе кинцов? Злой? Ты только что на О2 стоял рядом со мной. Какой реактор? Я бегала, я листики фигачила, и была в электричестве. Я в злого, злой пиздец. Да был ебаный. Алло, блядь, я только нихуя не успел сказать. Я бегаю со злым все время, если я умираю, братик, нахуй выкидывайте. Давай побегаем, ебать, блядь, вместе, сука. Давай, блядь, грязюку насыпем, нахуй, ебаный синич, блядь. Что, кто-то, кому-то что-то, кто-то перешел дорогу. Ребят, Вишенка зарепортила, она говорит первой. Нет, это не Вишенка зарепортила. Ну, Юечку мы видели с Ариной в первом раунде. Нет, в этом сейчас, да. Вы тройку, вы друг друга в этом видели? Я не видел. Почти в этом никого я не видел. Никого не видел, я была справа. Блядь, охуенно. Все в Солянова видели? Я, Следак и Арина, нет, я, Следак и Арина точно мирные. Кто-то из вас четыре, кто-то из вас четыре. А у нас Гвин, я и Злойка, я Леонова Кайла. Значит, Юечка по остатку остается. Ой, я тебя видела только в первом раунде. Ну, второй раунд сейчас, весь раунд я рядом с тобой был, ты за мной бегала квесты выполнять. Следите за Юечкой, следите за мной. Следите за Юечкой, это возможно саморепорт, следите за Юечкой, потому что по-другому не вижу. Проследите за ней. Осуждаем, что вы осуждаете? То на грязюку какую-то хочет насыпать, блядь, мне кажется, блядь, какую-то подлюку хочет подкинуть нам вонючую, блядь. Кто меня убил, блядь, я даже не видел. Вот это паскудница. Вот это паскудница меня убила.
Да блять, сучка. Просто ни за что меня расхуярил. Кого она убьет, интересно? Блин, она вообще, кстати, не парится, ей похуй. Она хуярит вообще всех. Там на респе прям. Типа, а чит банит король тупо зеленый, бля, я ебу нахуй. Это в каске ты, блядь. Что он делает? Там нет квеста. Блять, чат, мне нужно задание срочно что делать. А что, братишка он забанил? Он даст всю инфу, я не могу ничего говорить. Бля, еще знаете, самое смешное, это, ну, конечно, типа, это смешное всем, кроме Вовы. Я еще помню, когда его забанили надолго. Я еще говорил, блять, вот выпустили бы его на Pixel Battle, и потом бы обратно забанили. Ну, типа, чтобы он хотя бы Pixel Battle отстримил. А ему сократили бан на 2 недели, помните? Это что, если и что, я ничего не накаркал. Где? Так. Да никто ничего, блядь. У меня, короче, баг, я не могу двигатель отреагировать. А я что-то заметил, ты туда-сюда бегаешь. Я не могу двигателя, у меня не двигатель. Вова написал... Ребят, я доделал абсолютно все задания, я прилипну к Юечке. Если я умру, значит, это Юечка, окей? У меня тоже задание закончилось. Если все не сдохли, то мы ИПМ. У меня баг. Слышите меня? У меня баг, у меня не выполняется таск. Сейчас это, нормально. Я доделал это задание, и все, просто бегать с ней. У меня задание не выполняется, еще раз говорю. Так а зачем собрать? Ли-то, я не понял, Арин, зачем? Ну пошли сейчас сразу туда лично со мной. Мы все держимся. ЧБ, я объясню, почему. Все, держись за мной, у меня 4 задания осталось. Да, можно я скажу, пожалуйста? Я зарепортила, но не зарепортила, а нажала на кнопку, потому что ЧБ, Юечка, я бегаем вчетвером, еще злой появляется. Если бы я сейчас... Я на камерах. Мы с Вишенкой бегаем. Да, кого-нибудь, но ни трупов нет, поэтому непонятно. Возможно, друг друга ёбнуть. Я не знаю, Юечка, почему ты на реактор не побежал? Ты побежала только тогда, когда мы с Вишенкой пробежали. Я стояла, качала файлы вот эти. Где? Там внизу где-то. Я не знаю, в каком внизу? Скипай, скипай, блядь, давай быстрее. Просто выполним задание, выиграем, блядь. Мне кажется, это Юечка. Скиньте телегу в чат. Ребята, а вы в курсе, что у нас 2 штрейтера, правильно? Все же в курсе? Скиньте. Но их даблкил не спасет, если что, поэтому мы можем скипнуть. Короче, это Гвин с кем-то, я вам завещаю. Я всегда с Гвином бегаю. Да скинь мне, блядь, давайте выполним задание. Из модеров кто-то есть? Скиньте телегу в чат, чтобы все послушали. Очень, очень подозрительно, Гвин, очень подозрительно. ЧБ Юечка, Юечка железобетон, ЧБ. Да, Гвин, давай, 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 ешь. По-мужски тебе, понял, блядь. Ну, яички пизда 100%. Она здесь ничего не сделает уже. Ну, здесь максимально сложно. Типа... Еще кто-то двери, блядь, закрывает. Это чел какой-то рофлит. Где она? Дайте телегу кто-то. А, тогда не давайте телегу, ладно, не давайте, точно. Он же на Twitch запретил рекламировать забаненных. Тогда не давайте телегу. Бля. Ну, короче, он сказал в телеге, что... Что, типа, его захуярили за харассмент, либо на стриме, либо в клипе. Опа, кто-то злой сранился. При мне вишенку захуярил! Злой при мне вишенку захуярил! Я с ним бегал, с кем я теперь бегать? Я Гвину не верю, я не верю. Злой при мне вишенку захуярил, что следак забежал, следак плюс они, следак плюс они. Да-да-да. И вишенка всегда с Гвином бегала, она сама говорила. Не, блядь, я видел, как от трупа выбегал злой прямо из комнаты. Я готов с тобой план сути. Если вы воете его нахуй, я готов план сути, блядь, с тобой. Давай. На что вы делаете, блядь?
Пиздёшь. Один трейдер просто победом. Да я думаю, задание просто выполним и все нахуй, даже, блядь. Ребят, нет, это злой. Сейчас будет. Я не могу тега братишкину скидывать, точно, я забыл. Лучше бы он в сторис себе запостил в инсту, я бы его выявил. Да я выключу клипы. Я выключу всю эту хуйню, блядь. А ведь сразу не было, что вы натворили-то? Нет, смотрите, подожди. Короче. Сейчас не должны были побежать трейдеры, у меня таск последний, у меня, блядь, таски не выполнялись, еще раз говорю, мне не выполнялись задания. Сосать, нихуя не знаю. У меня не выполнялись задания, блядь. Зачем за Гвена проголосовали, я не понял. Я не знаю, блядь. Просто переиграл, блядь. Все хорош. Такие, это же злой, стопудовый, все проголосовали в Гвена. Просто переиграли, блядь. Ну, Гвен, сори, но я просто такой эмоционал не верю. Знаешь, когда человек репортит, сразу орет, это он, блядь. Плюс был. Ну, Гвин, ну тебе надо было как-то. Тебе надо было как-то нормально. Ты просто играешь всегда против меня, блядь. У меня был плюс. Ладно, бросить тебя играть, Гвин. Ну я в тебя подозревал с самого начала. Послушай, я переиграл тебя на эмоционале. Витя, следак. Гвин, вот сейчас я со злым соглашусь. Гвин, я сейчас соглашусь со злым, потому что злой, он максимально спокойный был, а ты прям орать начал, как трейдер, типа. Прям когда у тебя был красный. А? Зайди, кто не зашел? Так, не, здесь проблема в том, что ты это сказал, когда я уже проголосовал, и типа все кричали, я тебя просто не услышал, к сожалению. Мне пишут, нельзя засчитывать катку эту. Охуеть, давай все катки, которые выйдем, не будем засчитывать. Еще раз говорю, я говорил 3 раунда, что у меня не работает двигатель, ебучий. Я не могу, у меня нет задания. Бля, как тебе пруфануть, я могу, блядь. Вот все, у нас будет. Он прям в твоих глазах меня убил. Я два задания, блядь. Так, нихуя не знаю, Вадим, никакой не засчитывать, блядь. Прошлый раз нахуй не засчитали, когда я выиграл, блядь, на трейтер, и тут не засчитали. Не, дядь, ты же понимаешь, что это решают зрители. Давай стартуем одну. Просто пойми, что голосование в чате засчитывает. Следующий раз, если у меня будет баговаться, я буду ливать. Все таски выполнялись. Окей? Я буду ливать, чтобы все таски выполнялись. Что меня не выполняли. Засчитывай. Все, базара ноль. ЧБ. Exile. Угу. Так. А, значит, четверо игроков стояло на лисях, труп сам был в каюте капитана, правая самая, под метеоритами. Что не поняла, я, короче, делаю один, но два реактор, горит второй, все стоят, никто не бежит на второй. Я побежала на второй. Я увидел, что вы делаете реактор, я побежал на второй. Кто меня видел на низу, блядь, когда я чинил реактор? Я тебя видела, я заходила. Мне больше нечего говорить. Да. Кто-то вправо убежал и убил. Я видел, как один человек пробегал, но я не могу пока вспомнить цвет. Подожди, а где убили еще раз? Навигаторы, самое правое. Да. Кстати, решают, что засчитать катку. Спасибо, блядь! Спасибо, блядь! Я была единственная слева. Когда бежала, вооружение был Гвин, еще кто-то, кофе. Я стрелял метеорит, стоял, поэтому, когда заработал реактор, я дальше дострелил метеорит, мне похуй. Просто давайте поиграем по два и все. У нас один килл, как мага говорит. Согласен. Соглы. Гвин, давай со мной поиграй. Я соло. Нет, Гвин, со мной побегай. Нет, я тебе не буду к тебе вообще километры подходить. Вадя, зачем? Почему? Да нет, Гвин, на самом деле Гвин, да, вот нет, я просто говорю, уже пришла тема, которую сегодня обсуждали. Гвин, чисто без рофлов, я против кого-то не играю никогда. Гвин, я играю Гвин, чисто обычно. Гвин поймет. Ребят, я сейчас вспомню, кто пробегал, и скажу вам, кто первый пробегал. Не, ну Гвин, без рофлов, реально. То есть я тебя специально не топил. Какой-то. Подожди, Вадь, уже прям? Да, уже все. Что, про Вову, типа? Ну да, опять забанили. Понял. А как? А теперь Илюха со мной будет бегать постоянно. Блядь. Таня, ну это типа, чуваки, это уже, ну это что-то не просто так, типа.
Я хз, ну раньше же тоже были правила. Раньше тоже были правила и... Ну, типа... Не знаю, короче. Не знаю, просто это расстраивает. Это не только типа проблема Вовы там 89-го сквада. Это типа общая тема, что ну, типа все под угрозой, типа постоянно. Постоянно страшно, типа, ну. Можно было вишню сейчас убить и зарепортить. Вправо никто не забежал. Сказать, что типа бежали, я забежал вправо, и там был труп. Стоп, эта полоска показывает неправильно, да, или что? Я не понимаю просто. Я как-то не знаю, я, блин, как-то так расстраиваюсь всегда, не могу об этом не думать. Кто со мной, трейдер? Сейчас я убью. Мне нужно, чтобы кто-то забежал куда-то. Вот сейчас, например, Илюха видел, что я побежал за следователем. Понимаешь? Не умею я правильно играть за трейдера, типа, чтобы прям такие правильные действия делать. Охуярить как попало, это тоже такое. Мне нужно побежать сделать одно задание, типа, что у меня все выполнено в реакторе. Я вот не представляю, сколько здесь ждать, кстати. Вот на вот этом задании. Пик. Пик. Пик, пик. Пик, пик. Пик, пик, пик. Пик, пик, пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Похоже на правду. Злой, блядь, при злой прикольно играет. Он просто АФК стоит. Ну так что ж. Это изи победа, типа, у нас задание нас... осталось. Смотри. Ну, я тебе сразу вычислю парочку подозрительных типов. Это следак и ЧБ. Я вам так говорю. Это не злой, ну вот опять, ну аргумент какой-то можно хотя бы раз в мою сторону. Я всю игру бегал вместе, я Ирину постоянно видел. Злой, а что ты делал? Ты только на камерах сидел? Только на камерах сидел. Это точно не ЧБ, потому что у меня бы 10 раз бы зарядил. Я последнее выполнил. Ребят, значит, один... Юечку не видно вообще всю игру. Злой. Один трейд точно Юечка. Я Вадим будем бегать с тобой, выполняя задание. Мы за тобой бегаем. Следак, почему Юечка?
смотри, очень просто, очень просто. Во-первых, я полкатки с ней бегал вместе, она постоянно пыталась от меня просто свалить. Ну, вот просто свалить. Ты меня убьёшь. Во-вторых, потому что я видел, что ты на камерах всю катку простоял, а остальные ребята все в тиме бегали. Я злой, если, злой, если злой, ты мир, если ты мир, и что? Это неправда. Если ты мир, зачем тебе пытаться свалить? Я потом два или три раза карту всю оббежал. Где ты была, Юичка? Хорошо. А где ты была, Юичка? А что? А что тебе бояться? Я мирный, я бы тебя убил, если бы я был не мирный. ЧБ красный железобетон. Но я пришел в электричество, лежит труп, зарепортил. Стоп, стоп, стоп. У кого задания выполнены все? У меня все. У меня все. Нихуя не осталось. Смотрите, мы с Авилоном бегаем со злым. У кого еще не выполнены два задания? Еще тройку типа найдите. Надо, чтобы три было. Я со следаком. Я готов с ЧБ бегать, ЧБ для меня. Арина, у тебя выполнены все задания? Давай, Гвин, давай с тобой. А, окей. Ну давай тогда вот злой. Мы с Гвином бегаем, мы с Гвином. Злой, я, Аринян и Вилон бегаем четвером. За мной бегайте. Хорошо. Следак, гос с нами с ЧБ. И остальная четверка бегает отдельно. Нам задание выполнить, следак, мы выиграли. Следак, ЧБ, я го. Блять, я надеюсь, никто не голосовал. Это было бы вообще пиздец сейчас. Никто не проголосовал. Короче, я сейчас надеюсь, Арина с нами не побежит. Я хочу убить Иксайла и сказать, что это сделал злой. А, злой на камерах все время сидел. Злой все время сидел на камерах. Все, мать его, время. Все время. А, ну с нами Арина бегает. Ну мне же нужно сейчас эту хуйню буду включать. И буду хуярить. Эвалон, да не, злой, типа. Злой, но это Эвалон уже, это уже слишком, не, это уже слишком. Все время, все время, все время, все время, все время, все время, все время бегал с Иксайлом. Давай размен, давай размен, хорошо. Только с тебя начнем. Нет, начнем с тебя, потому что ты убил чела. Ты убил чела и начал бежать вниз. Пацаны, решайте сами. Смотрите, мы бегали вчетвером, послушайте. Размен в кого? Со мной, Эвалона, Эвалона первым. Эксайл, злой, Вилон, я вчетвером бегали. Да, да, не может быть. Я бегал с Эксайлом, я бегал с Эксайлом. Я бегал с Эксайлом все время. Арина, кого ты давным-давно убил бы? Арина, кого ты вкидываешь? Я за Вилона, но потом по-любому надо кикать. Окей, давай, 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 окей, окей. Без проблем. Сразу скажу, типа, что был я, ЧБ, Седак, тройка, к нам прибежала потом Юечка. Добежала. О, да, дядь, куда ты там летишь, блядь, самая злой, окей, злой, next, злой, нажми кнопку брат, сам, чтобы они тратили, злой, нажми кнопку, чтобы они тратили. Без проблем, давай, без давай, проблем, давай, без окей. Проблем, пацаны, давайте, только, блядь, постойте возле меня на все. Свет. А вдруг она сможет выиграть? Да я, блядь, что-то какой-то потерянный, нахуй. Без проблем и убежал. Надо было, чтобы злой, зря потратил ведь. Я бежал свет включать, потому так, что... Так, убили, да, успели убить, что ли, или нет, показалось? Нет, макикнули, убили. Макикнули. Ребята, а я бы в данной ситуации не стал все-таки злого сливать. Не, у нас, но... у нас в любом случае один из них это уходит трейтер, железобетон. Нет. Либо злой, который, типа, ну, который, скорее всего, может быть зарезал. Ну, так, мне кажется, вадик. Здесь надо на уверенность просто кикнуть, чтобы 100% фанал трейтеру. Давайте, да. В любом случае, но... У нас ну, я злому тоже останется. Злому я верю. Просто я 99% в игре. Я злому не верю, но типа в любом случае в размен он уходит за Эвилоном. Типа, давай, я давай, злому давай. Верю, у но меня, размен 100%. У меня Эвилон ушел красным. Но я сам приверженник размена. Эвилон не красным, как бы... ты мне ёбнул. Ну, блядь, дядь, ты тоже при мне ёбнул, и в итоге убрали не того, блядь. Потому понимаешь? Что ты играешь не очень. Опа. Да, блядь, расскажешь нахуй, слушай, блядь. Все, пошли Седак, ЧБ, пошли тройкой. Бля, а уже ничего не сделать, да? Ёбни следака вот. Ну тут все, тут пизда. Это я думаю, все видели, да?
Это специально было или нет? Это, я думаю, все видели. Скажите, что это Юечка, я был прав всю игру. Это Юечка, да, да, я красава, я молодец, спасибо мне. Юечка, ты специально сделал мне случайно? Юечка. И выпрыгнула оттуда. Слушай, дайте Юечке сказать, может, она как-то оправдается? А как оправдается? Юечка, это точно, может, не ты все-таки? Блять, а я думаю, нахуй, Вадя говорит, у меня все задания выполнены. Я думаю, блять, а как нахуй? Я потом, блядь, начал задумываться, а как он выполнил все задания, если только я выполнял, он забыл. Не, Илья, он когда сказал, что выполнил все задания, у меня тоже были все задания готовы. Так что, типа, это возможно. Не, просто мы с Авилоном всю игру бегали. И типа я выполнял задание, а он бегал. Не всю игру. Вначале мы не бегали с тобой. Ну, типа, вот второй раунд. Вначале Вадя меня убил. Юшка, ты мискликнула по саботажу, что ли? Нет, я просто шла и такая раз, и почему-то залезаю в люк. Я даже не поняла, как это произошло. Блять, прикол. Чтобы понимали, я практически успел кикнуть кого-то. Когда я видел, что вы никто не голосуете, я хотел кого-то кикнуть, но просто не успел. Бля, это было бы охуенно. Не, ну мы бы тебя кикнули нахуй, типа. А вы бы не увидели, в смысле? Не, так у тебя появилось то, что ты проголосовал. А, точно, да, появился. Бля, хорошо, что я не сделал. Нихуя. Вообще прикол, нахуй. Да, брат. Блять. Мне кажется, как будто я вообще, блять, я вот играю в эту игру и как будто вообще не становлюсь лучше играть. Как играл хуёво, так и играю, блять. Хотя я все равно два раза был на втором месте, кстати, я два раза мог пройти финал. Ну так как я сделал эту хуйню, значит я и так в финале. Не, я, наверное, лучше не буду играть в финале, нахуй им такой крип. Пусть поиграют там нормальный состав. А я все посмотрю просто. О, корона, найс. Хотя я не удивлен уже даже. Блин, а что если бегать со своим... Так, труп в ЧП, блоке связи. ЧП и Вилон забежали в связь. Да, ЧП, да, ой, да, Вилон я видел, мертвый, все, ЧП я сразу видел, что минус. Оттуда выбегал ЧБ и все. ЧБ, говорю, я Гвин, бежал... сейчас ты типа в ответ меня топишь, да, типа? Нет, чувак, что? Нет, а вообще, где ты был, скажи мне? Нет, так если ну, я бегал рядом видел, с ребятами. Ну, если ты еще как бы... Подожди, а Гвин где видел? Я Гвина там вообще кофе не видел. А, стой, вот два... Нет, Юечка выбегала сверху, то ли был кофе, в блоке объясняю, навигации. Объясняю, смотрите. Я бежал справа с капитанского этой херни, добежал вниз, где нужно эти ромбики собирать. Шестиугольники. Я туда бегу наверх, забегает ЧБ с Авилоном сеть. Я пробегаю дальше, левее. И потом, получается, ты репортишь труп. Нет, смотри, в чем прикол. Типа, ЧП, окей, возможно, да. Но сейчас, смотри, Толя, следака убили. Он был в блоке навигации, оттуда выбегала сейчас снизу, спускалась Юечка оттуда. Не, ну, просто прикол давай, в том, что, Кофе, я тебе ЧП... честно говорю, я, Гвин, я тебя ЧП вообще не видел с нами. Я тебя вообще с нами не видел. Давай, окей, ЧП, сказать, потом я бы за Юечку, на самом деле, кинул. Ну, потом посмотрим. Сейчас ЧП 100%. Так потому что убили в блоке навигации сверху. Толя стоял там. Он заметно. Я знаю, что вы забанили. Я знаю. Ну, справа, навигация сверху. Это есть навигация. Я была вообще наверху, то есть я сделала просто через... Голосуйте. ЧП, давай. Тебя, ты все равно уже уходишь, видишь. А, да, точно скип. Принимай с достоинством свою участь. Да не, ну Гвин, блин, просто фигово, что тебе поверят сейчас многие. Так, блин, и Кофе видел, как ты убегаешь, и как ты забегаешь, ну, все. Ну, потом мы... пусть... А, ну мы двойка трейдеров, которые тебя хейтим красного, 100%. Кофе, ну? Рад был поиграть. Ты зря так сказал сейчас. Тебе пизда, блядь, лох ебаный, блядь. Тебя найдут, тебя выебут, нахуй. Тебя выебут просто в срандель, блядь. Тебе просто выебут в сраку, блядь, твою нахуй. Тебе пизда, блядь. Бля, по заданиям тут уже невозможно выиграть. Можно, в принципе, нахуй их не делать. Бля, вот эти уебищные задания. Полчаса, нахуй. Стоишь, блядь, этот уебище ебаный берет съебанную туалетную бумагу, блядь, и относит, нахуй, в какую-то будку ебучую. Ух ты, блядь, а вы видели, что тут какие-то значки теперь? Я не понимаю, почему Among Us до сих пор не добавили свой курсор. Типа, это же пиздато, нет? Кого ответ? Не слышал.
Че, блядь, 5 нахуй? Охуеть, блядь, просто 5 не доложили, блядь, я сижу. Ответ Сквидварда, алё, блядь, что вы пишете? Тупица, блядь. Нет, Сквидварда ответ. Пиздец. Чат, я в ахуе, бля. Вот какой, сука... Это пиздец. Чел единственное, что делает, только на камерах сидит. Почела интерес игры, я ебу. Выбежал, забежал, опять на камеры стал. Клоун. Она что, залагала здесь, блядь? Уснула нахуй, блядь. Алло, блядь. Алло, блядь. Алло, блядь. Алло, блядь. Проснись, нахуй. А, проснулась уже, блядь. Может, дабстеп ебать? То я бегаю, блядь, сейчас нахуй умру, блядь. Yeah! Пизда злому. Не, пизда генлайдер. Кого убили? Кого? При мне убили Аринян, и получается, Exile зарепортил раньше, мне чем похуй. Я. Мне похуй, я забежал туда, я не стоял в щитке. Я стоял в щитке, и специально нажимал репорт. Я хуярил репорт. Exile. Я просто знал, что такая хуйня была. Окей, кто с тобой забегал тогда? Я кофе забегал. Кофе для меня фулл красный. Кофе Аринян получается. Смотри, Аринян зарезали. Я хуярил репорт. Аринян зарезали. Еще кто-то был, блядь. Смотри, еще раз. Я стою на щитке, я единственный, кто угасил свет. Отрубаю свет. Лежит половина аринян. Кофе для меня красный, ты мне остаешься по остатку черный. Я в Подожди, а злой, злой, ты где был? Я прибежал. Я к тебе тоже. Объясняю. Да, злой на камерах сидел. Он на камерах. А с кем я стоял стоит... все время? Я забыла, 4 человека. Я, кстати, Арину видела. Я кофе, Смотри, я кофе, Арина, Юечка бегали сверху. Потом вырубался свет, я пробежал вниз левее, потом зачекал, думал, кто-то убили кого-то. А я побежала. А меня кикнуло. Да, да, меня кикнуло тоже. Меня с игры кикнуло. Мне почему-то кажется... Подожди, а Юечка где была? Я объясняю, я просто знаю, что такая хуйня происходит со светом. И я хуярил просто кнопку репорт. Ну все, меня кикнул с игры. Давайте, может, смотрите, у нас в любом случае, скорее всего, сейчас один трейтер остался, правильно? Давайте не будем сейчас никого выкидывать, просто выполняем задание. Короче, я вылетел. Я вылетел, но говорю, что такое, что это Exile. Я вылетел, говорю, что это Exile. Считайте, что я в размен нашел. Я говорю, что, типа, можно просто никого не кикать и продолжить играть, просто выполняя задание. Я вылетел. Я не вылетел, игра не закончилась. Я красный. Я, по сути, в размен нахожу. Кикайте Exile. Я скип нажал. Кикайте Exile. Блин, размен. Ну, ебаный. Ну, какой? Нет. Я тебе объясняю. Я стоял и хуярил. А кто в кофе проголосовал? Подожди, так это сейчас по трейдера проголосовал меня. Вишенька проголосовала. Я проголосовала против Exile. Нет, против меня. А кто против меня тогда? Я проголосовала. Какой ты против меня? Против голоса. Делайте задания ебучие. Так это что, Илюха, что ли? Ах ты, блядь, шалун. А чё у меня сапчат? О, блядь, слушайте музыку. Ну всё, я говорю, что проще было задание просто выпасть. А кто в итоге предателем был? Я. Я так и знал, что это Exiles. Бля, ну... И я. Я сказал, блин, кофе. Ну... Кофе, я понимаю, брат. Я понимаю, смотри, я понимаю, что ты видел, просто нам проще было бы, знаешь, чтобы, ну, быть на 100% верным, скипнуть, и там задание оставалось... А переходить, перезаходить в эту же игру? Да. Ну, типа, это да. Сложно было, почему? Типа, там Илюха вообще не спалился никак.
Я второй. Смотри, был, смотри, понимаешь, если бы он не сказал. Понимаешь, смотри, в чем прикол. Для меня кофе красный, я для него должен быть тоже, потому что мы с ним. Получается, с ЧБ мы с ним втопили. Ну. Exile сказал, больше там никого не видел. Получается, остается Exile. Да, Арина, честно, я не Exile... помню, нас Арина... там больше было. Вас было 5 человек. Нас ну, я не видел, понимаешь, я просто. Было. Я не видел никого, кроме репорта Exile, понимаешь? Вас было 5 человек. Починил свет был? И вижу, как Exile хуярит типа. Так, а что ты не вкинул? Я не увидел свет, блядь. Я видел, что-то мигнуло. Ну, так смотри, ну опять же, я же тебе говорю, что, блядь, я вкидываю туда, я красный с кофе, потому что мы выгнали ЧБ. Exile. Как бы, ну, нормально, Илюха, сразу меня бля, было прищемить. Бля, опять я не трутер. Ебать первым. Илюха, трутер? Блять, жди. Короны. Тайм. Нужно больше владеть информацией. То есть, типа, кто куда побежал, кто что сделал. Тогда, типа, ты 100% становишься красным. Иксал Арина. Вот я видел Иксал Арина злого. Я услышал... Что я услышал? Я услышал звук. Где? Кто сидел на камерах, должен был видеть, кто убегал последний. Сидел на камерах, как всегда. Злой. Я уверен. Я уверен. Ну и кто убил тогда? Где? Сидел на камерах. Был в самой правой комнате в каюте капитана. Ну, а туда никто не выходил. Туда только ты забежал. Ну, значит, через решетки. Кто-то через верх выходил, последний через столовую или через низ из туннеля. Либо вы должны были выйти, как из люка, кто-то выпрыгивает снизу, либо кто выбегает сверху. Не, на камерах ничего не было видно. Я никого не видела вообще. Не, скорее всего, Кент просто убил, прыгнул в люк и сдал репортов. Юичка не нравится тем, что реактор сейчас активировали, и она совсем в другую сторону побежала. В смысле, я побежала через низ. Какой нахуй низ, блядь? Если мы были через низ, я бежу через низ. Ребят, тот, кто сидел на камерах, должен был видеть. Я думала, что H2O активировал. Ну, Толь, там, походу, по таймингам совпало так, типа, то, что не увидел, кто забегал. А мне не нравится то, что говорит следак сейчас вообще. Ну, вопросов нет, я могу обелиться очень быстро. Не, я видел по камерам, как Толя сбежал. Потому что, во-первых, я видел, как работают камеры, я бы убивать не стал. Во-вторых, я был там абсолютно один. То есть я, зачем мне саморепортить, если никого даже рядом и не пахло? Это я тоже побежать и подождать КД, и проще, убить проще еще. Проще всего. И... Вася, Олег, на подсосе. Да, смотрите, не, я стоял просто на камерах, я все это видел. Это я тоже подтверждаю. И третье, я вообще ненавижу саморепы, это глупая идея, на самом деле. Я вообще, в принципе, не люблю трупы находить. И вообще, импостеры говно, фу, за импостера играют только дураки. Нет, просто я удивлен, что на камерах никто не видел. Типа через меня никто так, не пробегал, значит винты, это люк. Я просто а может быть кто-то не хотел видеть это на камерах, то ли? Может ну быть! Вот, я и спрашиваю. Я буду бегать с кофе. Все время. Если я умру, это кофе. А если кто-то другой убьет? То тогда это кто-то другой. Пизда. Пизда мне. Не, ЧБ, кстати, сейчас ЧБ, кстати, более шокраснился от меня, мне же мог убить вообще легко. Это пиздец. Я вообще не понимаю, кто. Синий пошел делать задание вместо того, чтобы пойти на реактор. В
Вы издеваетесь, а я устал. Где? Сверху. Саморепорт — это хуёвая идея. Я больше не буду находить трупы, я буду бежать к кнопке и говорить, ребят, там человек умер вроде бы. Я вообще не люблю саморепорты, блядь. Саморепорт — это хуёвая идея. Трейдеры дураки. Но опять не было никого. Кто бежал через верх? Убили Юечку. Олег, как всегда, все видел, да? Нет. Смотри, нет, через низ, бежал через верх просто. Через низ бежал ЧП, Вишенька, я, потом кто еще? ЧП, ты бежал. Вилон рядом с нами был. Почему я тебе не нравлюсь, Артур? Потому что тебя нету нигде. Ну как это нет? Я только что бежала. Впереди Вадя бежал, только со мной что? Бежали на реактор. Ну как, ну что ты? Подожди. Ну смотрите, я на реактор побежал. У меня вопрос к Вишенке. Вишенка, ты да. Когда реактор начал пикать, что ты сделал? У меня закончилось задание по перекачке файлов, я побежала через хранилище прямо с тобой на реактор. И за мной я видел это. Кто-то он меня, это видел, да. Я выбегал с блока с электричеством, я выбегал на реактор, а на файл. Не-не, это просто вопрос. Не-не-не, ну типа я, да, и ты бежал передо мной прям. Я устал находить тела, господа. Кто-то пиздит, мне кажется. Либо... У меня... это кто-то, кто бежал в куче с вами. Просто нет, у меня просто... Убил. Мне кажется, надо кикнуть следака почему-то. Да за нет, что? Я бы не нет, стал нет, два нет, раза нет. Тем более. Потом давайте сейчас скипнем. Пара, блядь, кофе следак. Я говорю, я ел, напишу еще один труп, я пробегу мимо просто. Ну вас нафиг, мне не нравится. Кипаем. Не, я в следака. Песенку проголосовали, кстати. Бля, на самом деле надо уже гикать кого-то. Это пизда. Почему? Еще рано выкидывать. Два пока еще норм. У нас по одному киллу, я так поняла, делаю. У меня почти все задания выполнены, кстати. Хотя, может, реально не он. Что, блядь? А, блядь, это быстрое задание. Это быстрое задание. Что-то хуйня какая-то. Ничего не понял. За что? А как ЧБ? Задание кто типа? Кто второй был? Я с Чидбанитом. Как, блядь, задание так быстро выполнил? Да, ну, я думал, мы выиграли. Почему целый около меня сейчас стоял? Ебать, мне А блин, так? Вы труп не могли полгода найти в электричестве. Меня убили в самом популярном проходимом месте. Да. Никто туда даже не забежал вообще. Я думал, вы труп найдете, блин. ЧП, почему снова я? Человек пробежал мимо, никто не забежал. Блин, не в том месте, не в том время. Ну что я могу сказать? А я думал, бы я еще не забежал. А у меня были подозрения на ЧП. Он слишком как-то странно передвигался. Витя, надо раз на раз выскочить, Витя. На меня какие подозрения? Я вообще ничего не делал. Нет, ты очень странно передвигался. Он меня. Ну, ребят, на самом деле, вот я говорю, в этом проблема, что если я выполняю квест на первом крюмейте, меня убивают. Если я бегу с кем-то, меня подозревают. Вот что делать на крюмейте вообще непонятно. Если я умираю первый, я играю первый раз вообще сейчас. Если я первый, умираю ЧБ. А кто не зашел? Ой, наоборот, если я умираю. Нет, давайте так, если я умираю первым, то это Гвин вот в этой катке. Это 100%.
Мишня, хорошо. Я тебе обещаю, если стандрейтер... Мы сегодня, кстати, быстро играем, пиздец. Если я стандрейтер, я тебе всех зарежу. Я тебе даю слово. Я тебе гарантирую, я тебе первым зарежу, Витя. Ребят, среди нас два предателя. Спасибо за инфу, Илю, держи в курсе, блядь. Пиздец, как же без такой инфу? Баян. Блять, ебать мне везет на трейдера, это просто пиздец. Там ЧБ кого-то убил 100%, блять. А где эта хуйня? Смотри, меня видели с Илюхой. И нельзя бегать с Эксайлом. Вот смотри, сейчас меня видел следак. Что мне делать? А кто-то не успел в люк запрыгнуть, да? А кто? ЧБ. Чего, блядь? В люк не успел запрыгнуть немножко. А где? Так, но сейчас, блин, честно, нет, подождите, две стороны выслушайте, да, пожалуйста. Стоп, подожди. А я не один бежал, я с кем-то забегал, кто-то еще должен был видеть. Да, но ну я вот там... это сейчас. Подожди, ну знаешь, а я щит балы это... вообще не видел. А еще раз, нет, я просто рассказываю. А подождите, меня обвинили, можно оправдаться или нет смысла, или что, я не понимаю. Ну, вообще нет смысла, потому что я говорю. Ну а я считаю, что смысл есть. Смотри, в чем суть. Гвин говорит в прошлой катке, что типа, если меня убивают, то это ЧБ. Следак убивает, сам репортит, говорит, что это ЧБ. Не, я не могу. Охуенный расклад. Подожди, стоп, а теперь послушайте меня, теперь послушайте меня. Я видел следака, мы забежали с ним вместе, но я не видел читбана, да. Он снизу в люк забежал, я его увидел ноги, жёлтые. Не, я знаю, как Толя играет, Толя никогда в самом начале игры не делает такие... Мы с ним забежали вместе, мы с ним... Не-не, подожди. Мы с ним забежали вместе, да, был труп, он нажал голосовой, но я не видел читбана, а он видел... Ивелон, смотри, труп был за стойкой, где карта правее, понял, да? Я там даже не подбегал, ты сам это должен был видеть. Я успел войти первый, увидеть, как читбанет не успел запрыгнуть в люк снизу подо мной прям. Вадим, ты его просто не увидел, потому что... Подожди, так у меня должен быть... Подожди, стоп, у меня должен быть... Я говорю, то есть мой вариант, блядь, никто не рассматривает, получается, или что? В размен давай пустим их. Давайте просто размен сделаем и все. Хорошо. Хорошо, давайте. Ну я типа. Я пожертвую собой ради победы команды. Давай, размен. Но это 100%. Я не верю, это пиздец. Юечка возле меня стояла всю игру, нихуя не делала. Не, я смотрела за тобой, чтобы тебя никто не убил просто. Ой, блядь, что сегодня как-то так как-то плоховато все, блядь. Дима, что, я бы на самом деле не выгонял Толю, но просто... А я бы не выгонял! Не, стойте, я просто скажу... Коки, мне кажется, ты никогда никого не выгонишь. Не, стой, да стой, ну подожди! Ну подожди, за что ты его бегаешь, за что ты его дефаешь? Я забегаю с ним совместно, я не вижу... Подождите, ребята, можно мое последнее слово, если все равно меня кикают? Мне кажется, что Вадя, поскольку он так в меня топит, и он бежал и должен был это все видеть... Подожди, смотри, Вадя второй трейдер, это мое завещание. Это обычная двойка, мы кикаем одного, кикаем второго, 100%, минус один человек. Если ты в него говоришь... Нет, вопросов, но, кстати, нет, я скажу больше, что он не сказал ничего в тебя. Кто? Смотрите. Ну, я не слышал, чтобы читбанет в тебя для что-то предателя, сказал. Для нет, предателя просто это ты бежал рядом, и ты видел. Я не видел. Смотрите, я бежал, ребята, все время с тобой максимально. Ивелон бежал где-то сантиметров 5, наверное, по экрану. Подожди, от меня это что сзади. У нас два раза на масло, опять Ивелон? Мы бежали с тобой. Труп лежал справа от стола, и он 100% должен быть уверен в том, что я не мог... Да, это не ты! Это не ты! А зачем ты в меня вкидываешь тогда? Нет, в смысле, я тебе говорю, что ты можешь ошибаться. Да, типа, это не ты убил. Я желтый цвет с другим не спутаю, понимаешь? У меня, ну, тут нету похожих цветов на желтый яркий. Да, блин, сами подумайте, это максимально тупый ход для предателя в самом начале игры, чтобы уйти в размен. Но просто предатель если так вы не меня, должен делать, вы, чтобы, ну, если выиграть. Вы меня убиваете, я завещаю, что второй трейд это Ивелон, мне кажется, потому что он должен видеть, это абсолютно глупый вкид, что это я могу быть. Нет, почему это не глупый вкид? Это не а глупый как? Вкид. Ты видеть так, должен так, был, ты в упор я нет, стоял, ну ты я же не видел, где труп. Нет, я не видел. Вот ты видел, или что Читбанет убегал, а я не видел. Ну, или Вадя включает дурачка, или тут какая-то хуйня, блядь. Да ну это не Толя. Я тоже, я не голосовал в Толя скину.
я в Вадима. Олег, ты побегайте тоже Вадима голосовал? Эвелоном. Побегайте с Эвелоном просто. Олег, ты Вадима голосовал? Я не понимаю. Подожди, а что такого, что типа я не увидел, как чел убегал? Что такого? Ну, типа, если я не видел. Ну это пизда, мне пизда 100%. Забавно. Прикинь, я сразу скажу, что я видел это на камерах, поэтому предатель может, в принципе, сам уже сказать. Ну давай, рассказывай сам. Короче, я стоял на камерах и видел, как Вадим зарезал злого. У пункта управления. Сразу читается. Блин, мне так интересно, что вы даже не слушаете, ну, типа, что отвечает другой. Абсолютно не слушаете. Типа, я вот это вообще не понимаю. Я бежал, я реально не видел читбаната. Ну, реально не видел. Вопрос так, смотри, не в этом, так, Вадь, никто смотри. Никто же не говорил, что ты виноват. Ты видел точно, что я точно его не убивал. И ты после этого начинаешь в меня вкидывать. Это очень странно. Нет, я тебе пытался странно. Сказать, что ты мог ошибиться, типа, и все. Ну, ошибиться это... вопросов нет, но ты же знаешь, что так, я белый, я не убивал, зачем меня сливать? Игра. Так не должна Вадя, работать сколько игра. Сколько еще игр будем играть, брат? Так не должна сейчас работать игра, сука, 4 игры подряд ЧБ, блядь. Я не понимаю той темы, что так никогда никто работать. Ничего не слушает, это просто, ну, а типа... А можно, да, вот свои 5 копеек вставить? Мне просто странно. Мне даже не послушали. Вот Кофе сказал, я видел на камерах, это был Эвелон. Все проголосовали, я ни слова не сказал. Ну а если... В смысле правда? В этой игре не может быть правды. Ну то есть невозможно, чтобы в этой игре была правда. Ну мы же выиграли сейчас. Бля, Читбанов так не успел, бедненький, впрыгнуть. Седак, я тебя люблю. Хз... Кстати, Гвин, я вот в этой игре первый раз я тебя ёбнул реально специально, потому что ты сказал, что меня убьешь. Понимаешь, а я вокруг тебя бегал, и я такой сижу, думаю, убей меня. Ну не может быть, я стал трейдером. Убил, блядь. Так, если я сейчас умираю, это Гвин, 100%. Я не понимаю, как это работает. Типа, я вот вообще не понял. Он говорит, что это был читбанет, он заходил в люк. Я говорю, что я не видел читбанета. Почему они не задумываются, что это просто... Я просто не понимаю. Ну, это же рандомно, можно сказать. Убить можно чела и сказать, я там видел, блядь, того-то, нахуй. Или нельзя? Можно. Просто ты видел, что чел где-то бегает там один, блядь. Ты забегаешь, убиваешь, говорит, я видел, что тот там, блядь, съебался туда-то. А где? Охуеть, подожди, я не понял, подожди, за один раунд, это же первый раунд. А, три трупа. Я 100% голосую в злого. Подожди, вообще, почему? Вообще без каких-либо пруфов, почему? Сразу просто голосую в злого. Почему? Это пиздеж. Почему? Откуда стоп, такая стоп. Агрессия? У меня, мы... Я на электричестве был только что, блядь. Мы были на электричестве видел. С Гвином. Смотри, и Вишенкой. Я Excel Вишенка. Я зашел в электричество. Но я делился, а ты остался с Вишенкой. Не, я направо. Ну как я и говорил, блядь, это Гвин, понятно все. Excel, я побежал направо, она побежала налево. Не, подожди, почему так? Нет, она не убежала налево. Почему Вадя так настроен сразу? Не, Илюк, смотри. Но я, кстати, видел, что Вадим бегал с Толи. Я это видел. Ты остался в электричестве. Я выхожу и жду. Я думал, типа, если а сейчас, когда забежит, я не трейдер, труп. Она убежала когда налево, я не трейдер, направо, мне вообще щиты. Похуй, что ты? Говорить. Вот похуй, что говорить. Ребят, здесь как-то надо анализировать сейчас друг друга шаги максимально, потому что нам надо кого-то кикать, мне кажется. 100%. Она не убежала налево, просто, понимаешь, в этом прикол. Ну, я тебе говорю, что я убежал направо. Если это злой 100%. Кто был на камерах? На камерах кто-то же был? Меня должны были бить. Интересно, почему злой не был на камерах? Я две игры подряд на камеры не хожу принципиально, потому что меня просто там выстегнут. Меня просто там... Нам нужно кикнуть кого-то, и я предлагаю убрать злого. Зачем? За что? В кого? Кто в кого голосовал?
Я в говна. Я скипнул. Просто я не знаю, блядь. Я тоже верю, Илья, я в говна. Ребят, тоже в кино. Ребят, если бы он был бы красный, он бы на меня сейчас так орал. Это ты, я, блядь, это ты, я, нахуй. Даже когда красный, я кикайте не ору, злого, кикайте это злого. Это бессмысленно. Охуеть, блядь. А, в итоге... я вообще не понял, за что гнилось. Заебись, сейчас, блядь. Я вообще не понял. Охуенно. Типа, блин, я в тебя, кстати, типа... не голосовал. Гвин, я в тебя не голосовал, братан. Я не хочу нахуй это играть. Я буду бегать с Вадей, если он меня ёбнет. Мне не дают играть в эту игру. То, блядь, меня ЧВ первым рубит, то, блядь, первым кикает, блядь. Просто без нихуя. Гвин, у меня то же самое, все катки, поверь. Без нихуя, блядь. Это пиздец, блядь. Гвин, забирай мой трейдер, я не хочу на трейдер. Отдай мне, Вадя, а. Теперь можно и квестики побегать, поделать. Сразу инфу даю, где? Прям на столе, прям на столе. Убили Вилона, но это злой. Да, прям в центре. Да, это я. Кикайте меня, кикайте меня. Кикайте. Ну, один труп, кстати, один труп. Кикай, 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 кикай. Голосуйте у меня. Подожди, а если бы было бы... Ребят, если бы было... Чел, понимаешь, только голосование начинается, чел просто вкидывает нахуй мне руку и говорит, стой. Это злой! Можно я спрошу? Можно я спрошу? Или это тильт ебаный, или что это? Я просто не понимаю смысл нахуй этого. Без аргументов, без нихуя. Да тебя не кик, ну тебя же не кик, не злой, все, стой. Можно 5 секунд, пожалуйста, смотрите. Илья был сейчас на реакторе, ЧБ стоял на камерах видео, он стоял в пункте управления, его закрыли. Остается злой либо Аринян. Аринян прибежала сейчас, я видел снизу. Она сейчас прибежала, она подбегала сейчас к камерам, бежала снизу через хранилище, получается. Ну да, снизу к тебе кофе, я пошла через... Ну значит, получается, реально остается злой. У меня есть... алиби. Во-первых, я пошел, провел карточку, сделал там передачу данных, блядь, провода ебаные, вернулся. Ой, на да это ни о чем не говори, ну ты просто уже охуеть, что-то не охуеть, как в тебя вкидывают? Да, я была там. Я делал там. Вот этот квест, и нет, что? Какой я тильт? Была там, да, я была нет, там. Какой короче, тильт? Даже если мы я сейчас не того выкидываем, там. У нас все равно остается трое против одного, как бы, и типа, чё. Я была просто там. А кто проголосовал против Арины? Не знаю. Трейдер но, скорее и... всего, злой и кто-то еще. ЧБ я проголосовал против Арины? Не, первый раз слышу. Я не понимаю, за что, блядь, меня кикнули. Просто, блядь. Просто. Ты был предателем. Я тебе доверилась, Вин, побежала. Вишенка, я не хотел тебя... Кто был? Злой. Злой. Мы с тобой нарезали нормально, блядь. Я не знаю, почему... Я так нарезал. Грин, а что не меня? Грин, что не меня? Не, почему не без ничего? Стоп. Почему не без ничего? Я тебе сказал, Гвин, мы были я, ты, Вишенка. Вишенка не ушла налево. Илюх, она убежала налево, я только потом ее справа увидел. Понимаешь? Нет, а я увидел, что налево? Было 3 килла. Посмотрю, вроде бустер обоевывал с нами, нет, и я проголосовал в злого. Сначала просто, типа, я подумал, что это злой, вкинул в него, просто вкинул. А какую он отдачу дал, то я сразу понял, что он 100%. А потом, я не знаю, почему вы думали, хотя я стоял у стола, он нажал вот эту хуйню, реактор, и убил меня у стола, потому что, ну, типа, я хотел нажать кнопку, я сказал, что это злой. Хули ты орешь, блядь, я же тебе сказал, нахуй. Один, кто зайдите, кто один? Я играю без еще ошибок, блядь, вообще. Три, все. Дайте катку сыграть. Нет. Дайте. Не можешь просто не резать первого. Кто у нас? ЧБ, просто, ты меня, они сука, постоянно режешь, а ты теперь кикнули, сука, первым же кикнули, блядь. Нет. Ром, иди садись, Ром. Нет, блядь, играй. Злой, ты меня убил ровно на словах, ну хотя бы я не первый умру. Рома, иди. Да, тут мало кто так нарезает, типа, поэтому, типа, это логично. Типа, это 100% логично, что... Где все? Короче,
короче, бегу на электрику. Я видел это, Эвилон, это Эвилон. Тихо, блядь. Подожди, бегу на электрику. На встречу ко мне бежит Эвилон. И там в коридоре валяется злой мертв. Я сверху бежал вниз, побежал вправо. Да. Да, сверху бежал вниз, побежал вправо, увидел Юечку. Хотел затимиться с Юечкой побегать, она убежала вверх. Я побежал вправо делать задание, где нужно попасть по трем кружкам. У нас 2 кило. Где... Погоди, стоп. Труп был в электрике, правильно? Нет. А где? Смотри, я бегу сверху, бегу. Подожди. Не, стоп, можно вишенки, пожалуйста, сказать? Ну подожди, я же зарепортила, да. Я, короче, этот мусор, типа рычаг нажимаю и бегу, получается, ну вот в этот проем, который в электрику ведет. И прям в коридоре, не в электрике, валяется, и оттуда, ну, Вадя не мог, сверху его не было, я бежала. Я побежал сверху вниз, потом побежал вверх, побежал сверху, назад. Я бегал кругами. Просто искал. Вдруг кого-то кто-то убьет, и я зарепортил. Я пробежал вниз. Смотри, я тебе говорю, я побежал сначала вправо, пробежал вниз, пробежал влево, пробежал вверх. Побежал. Он прям валяется на выходе из коридора. Труп, как ты его не зарепортил? Я бегу справа вниз, пробегаю влево, пробегаю вверх, пробегаю вниз, пробегаю вправо. Вижу, как Юечка бежит. Я нажимаю лево-право, лево-право. Она пробегает. Я не делал круг, я тебе говорю, что я просто пробежал вправо, вправо, вниз, влево, влево. Я добежал до центра, смотрите, побежал чуть-чуть вверх, побежал вниз. Я все понимаю, не знаю, Вадя нормально говорит. Вадя нормально говорит, я не знаю. Блядь, можете по комнатам, пожалуйста? Я с вишенкой буду бегать, пизду, блядь, что-то мне стрёмно накажется, блядь, что-то. А захуя вы, Вадю? Это я зарепортила. Ну, блядь, сам репорт, why not? У меня 3 голоса! Кто в меня проголосовал сейчас? Посмотри тех, кто не скипнули. Можешь хотя бы признаться, кто в меня проголосовал? Анонимное голосование. В смысле я, блять? Вы что, ебанулись, блядь? Во сколько здесь, блядь? Что, блядь, вообще ёбнутые? Просто на мне! Кайвелон и Аринян, двойное убийство в каюте. Слушайте, когда я говорю, что Вадя туда побегал. Пиздец, какие вам еще аргументы нужны кругами? Смотри, и вы в это верите? Я Вавилон, первый Вавилон, первый Вавилон. Свишенка, подожди, стоп. Подожди, стоп, вы в это верите? Смотри, да, поэтому я от Вати смело сейчас стояла. Со следаком. Было двойное убийство в одном месте. Два трейда я отпалил. Со следаком и Вишенкой я бегал. А кто сказал, что в одном месте было 2 трупа? Я увидел, я вбежал, увидел. А, ты увидел, да? А то, что мы с Ариной возле тебя стояли, и ты убил чела? Чего? То есть это получается... Я прибежал, скинул сверху. Так слева, в смысле, слева бегала вишенка, которая скидывала в меня. Стоп. У нас 2 кило, смотри. Получается, следак бегал с Гвином, правильно? Нет, я с вишенкой еще нет. Был. Я вишенка, следак прибежал к нам. Следак прибежал к нам. Нет, смотри, Экзайл, смотри. Был я, следак, вишенка, потом следак побежал... Следак прибежал к нам вправо. Я забегаю, вижу, там Марина слева стоит. Ну, он убивает чела, и репортит. Что, ну? Ну, а другой килл было где-то! Подожди, у нас был один килл! У нас был один килл! Значит, экзайл! У нас был один килл! У нас был один килл! Справа был один килл у нас, я видел одного, один труп видел. Ну, потому что второй труп где? Потому что ты трейдер вместе с Ариньян, вы не будете палиться. Я Вавилона голосую. Я видел один труп. Как ты можешь говорить, что я... Блядь, я только что починила О2, я гоню в тебя 100% в трейдер. Не, вишенка красная, следак красный, экзайл. Короче, нет, вы просто не видите другую сторону. Человек забегает, делает хилл, репортит, и типа говорит, и просто смеется. И вы все голосуете в меня. Нет, смотри, Вась. Думайте головой, был один килл у нас, один. В
Второй, у нас два трупа. Ну, так второй был в другом месте. Значит, это экзайл получается. Потому что следака и вишенку я видел. Ты говоришь, что убивал следак, получается, при тебе, Саринян. Вишенку я видел, а экзайл остается по остатку, получается, если самовадио у нас уходит красным. Он просто смеется. И все голосуют в меня. Не послушав меня даже. Я не знаю, что мне делать. Я настолько плохо, блядь. Все, Арина выбежала из электричества, там труп этот. Вот мы следака. Блядь, убить следака. Только, видели. Блядь. Не. Убить следака. Боже. Пожалуйста. Стоп. Я зарепортил. Я говорю. Арина, я зарепортил. Я говорю. Мы сейчас с Вишней как были в коридоре, правильно? Следака. Он же был подозреваемый. Два? Блядь, как? Нет, Варфрейдера не может быть. Я вариант. Мы, стоп. Пожалуйста, дайте мне слово. Смотри, мы бежим со столовой чинить электричество с Вишенкой. Забегаем в коридор. Аринян выбегает из электричества и закрывается дверь. Экзайл, подожди. Вишня. Экзайл с тобой экран, с тобой был? Да, смотри, Вишенка меня окраснит. Все. Точно, Экзайл точно не делает. Мы стояли около закрытых дверей. Я думал, он меня ёбнет. Он думал, что я его ёбну. Мы просто стояли ждали. Да. Я типа, ну, знаешь, я хотел. Я намекал тебе то. Аринян выбегает, там труп следака. Все. Окей. Ну для меня, блять, Экзайл, ты был стрёмный, блядь. Арина, как можно было убить следака? Его нельзя было убивать! Его нельзя было убивать! Его должны были кикнуть! Блядь, а я поэтому специально побежал один туда. Ты его когда убила, то есть получается все уже поняли, что сразу это ты. Тебе нельзя было его убивать. Тебе надо было убить Вишенку. Тебе надо было убить Вишенку. Да. А почему? Ты почему? Смотри, вот, Арин, можно вот этот прикол? Нет, Арина, человек забегает, делает голос. Ты зачем смеешься? Зачем вот этот, типа, смех, который сдается, блядь? Он ничего такого не сказал. Он сказал, что, о, при мне убили двоих, вау. Так это можно фейкануть. Мы все могли перевернуть. Тебе надо бы тоже начать говорить много. Бля, на самом деле, если бы сейчас Вишенку зарезали, я бы взял и потопил бы. А, вот зашел. Не-не-не, меня Вишенка окраснила. Если бы Вишенку бы... Нет, если бы Вишенку бы убили бы, я бы топил бы в тебя, Экзайл. Почему? Да я не ору, я просто говорю. Гвин, две игры осталось. Это и следующая, всё. Гвин, для тебя следователь красный игрок? Да. Ну, он зашел, говорит, я сделал, увидел два килла. Все. Почему ты ему не веришь? Ну, не, он был красным, понимаешь? Все, игра, ребят. Все, окей. Я не понимаю, как он может быть красным. Я просто не понимаю. Для тебя он был красным? Да. Как? Как? Не понимаю. Почему они не могли поверить, что у нас был один труп? У нас могло быть такое, что два трупа в разных местах. Он говорит, что это дабл килл. Забегая в электричество, валяется вишня. Причем она, кстати, идеально была возле этого... возле прыжка. Я могу крестить сейчас злого и Ючку. У нас два килла, у нас Ючка была в связи, злой был сейчас в складу. И Вилон, получается, рекорд. Я в столовке. Я был с реактора. Смотри, я все время я бегал возле... Ну, то есть не все время, часть времени. Меня должен был видеть Илюха. И потом я побежал вниз, побежал влево делать задание. Можно сказать, Кофи, Эвелон, Эксайл, Юичка были в другой стороне. По остатку у нас остается... По остатку у нас... Кто остается? ЧБ, Гвин и Толис. Я был у карты сейчас. Ну, мы со следаком бегали, да. У карты? У карты, да. Это управление. Я был на реакторе, забежал, чекнул камеры... ЧБ последний раз я видел внизу, где ром был. На щитах, да, на щитах. Я с камер зашел на реактор. Ты был на щитах? Тебя не могло быть на щитах.
Нет, но мы со следаком были на щитах, потом я убежал, да. Это когда ты убежал? Перед репортом? Он щиты имеет нет, в виду. Нет, не перед репортом, не перед репортом. Не, подожди, щиты, правый, или нижний какие? Угол, это щиты, короче, да. Правый, нижний угол. Короче, у меня есть три типа, которых я не верю. Мне, про щиты считается, типа, электрика. Бегайте как нахуй как втроём, ЧБ, следак и Гвин, блядь. Окей, окей, я изи готов бегать, со следаком. А подожди, блядь, друг друга хуярь. ЧБ, я с ЧБ не хочу, пошел он нахуй, блядь. Блядь, ты заебал реально, блядь. Сейчас, если я умираю, блядь, скрики ЧБ ебут. Если я умираю, блядь, это Гвин, нахуй, реально. А кто меня... Блядь, за что? Я вообще ни хуя даже не сказал! Тебя. Ну я говорю, вот эти логики, блядь! Сюда, блядь. По остатку на остаются! Его, сюда, блядь. Не, ну по остатку блядь. Остаются, блядь! Я по-другому никак, на... ЧБ, ой, блядь, ладно. Мне в глаз попала сперма. Только непонятно, чья. Блин, вот эти вот, эти. Вот эти вот, блядь, аманкасы, блядь, это пиздец. Сейчас, смотри, меня убьют, блядь. Чем меня убьют и вдвоём, блядь, в этот, нахуй, в туалет, ёбаный. Только что возле меня стоял! Я не верю. Так, нас там дохуя, нас там дохуя было. Смотрите, я качал данные, я хуй знаю. Я видел Гвинглейда, я видел следака. Я выполнил задание, открыл. Ну, то есть у меня появился вижен. Кто-то начал убегать справа. И кто сейчас был на щитке килл. Со мной был, именно вот на электричке. Я не верю ЧБ, я не верю ЧБ. Олег, ну злой, ты можешь аргументировать мной, хоть как? Со мной Олег, был я, следак. Олег, смотрите, ребят. Ребят, смотрите, я и Олег прям были на щите, который вот со светом, я ему просто не мешал, но стоял прям в нем на щите. Я вот, был я и Вилон, стоял, качал, был я качал и Вилон Гвин сейчас. Вместе со мной. Я видел, как вбежал ЧБ. Я видел, сейчас двое был с нами, а где именно, находился труп? Вверху, выше. Ну, то есть это точно не Олег и не я. Со мной мы не там можем был туда Гвин, не меня ходили. Со мной я там был Гвин. Я аргумент, следа. Злой, аргумент. Потому что ты последний там был. Злой, не, подожди, не в этом даже раунде, ты с прошлого раунда меня топишь. По каким причинам? Потому то есть аргумент хоть какой-то. Вы по остатку остались просто и все. Ну, понятно. Я видел, как ты забежал, после этого был Гвин. Ну, злой по остатку, да. Если бы это был Ивилон и Гвин, они бы сделали мой килл, либо дабл килл. Не, Вадим не может быть, он в прошлом раунде не убил ничего. Я сейчас качал. Значит, ЧБ остается. Значит, Гвин и ЧБ. Забежал следак. Я данные качал, блядь, Вадим подтвердит. Я не видел. А Ючку никто не рассматривал. Я не видел. Ючку никто не рассматривал, который там был. У нас, блядь, были все в одной комнате. Качал я не качал, я не знаю. Блядь, я стоял под тобой, блядь, качал данные. Я забежал, я эту хуйню поднял. Но я не могу знать, качал ты или нет. Я поднял хуйню, зашел качать данные, блядь. Я даже килла не видел. Я не верю ЧБ и не верю пока следаку и Гвинглейду. Остальным верю. Я не мог сделать убийство, я сейчас с Олегом был в другой стороне. Ну, тоже в щитовой, но на свете именно. А, вы все видите выгнали? По парам мы с Олегом надо, там надо стояли. Просто по парам бегать и все. Это очень, ну, типа, первый раунд. Мы все вместе, два килла и трех типов нет. Верю. Where are you? Where are you? Ваня Шурупов написал, что он сегодня без стрима, блядь. Что он... Чем он, блядь, занимается, нахуй, что он так устает, блядь, что не стримит? Короче... Стоит Гвин? Кофе у этого. Уже ну, блядь, стою, сейчас, понятно. Сейчас, смотри, сейчас просто, блядь, вы будете кричать, что, блядь... Нет, давай, я не остаток, кричу, не давай, остаток... я дам тебе окей, сказать. Давай сразу. Если давай. Не дадите сказать, ты я убил. Скажу. Если не дадите... Смотри, кофе. Так. Я ничего говорить не буду, топить не буду. Так. Я захожу... Смотри, ага. я бегу с камер. Так. Я пытался стакнуться с следаком, следак съебался от меня. Следак меня испугался, блядь. Он меня испугался, блядь. Я тебе манцу говорю, идем за мной. Я бегу вниз, у входа в электричку стоит кофе. Я забегаю, жму репорт. Смотри, за я щитком скажу, труп. Можно, за щитком, ребят, труп. Все, хорошо, смотри, ты сказал, тебе я сказал, смотрите, да, в первом раунде у нас было 2 килла, когда я был справа со всеми. Значит, я никак никого не мог убить. Правильно. Я рассказывал свою версию. Я стоял в боке с электричеством, выполнял задание, ко мне забежал злой. Я выполнил задание, выбегаю оттуда и смотрю, что туда забегает Гвин. И я специально никуда не убежал, чтобы проверить, произойдет ли убийство или же нет. Забегая наверх, Гвин отбегает от трупа. Гвина, я не понимаю, у трейта же больше обзор, по идее. Нет. Разве? Ну, у нас какие настройки на...
Я хз, просто фишка в том, это что... Это грин, ребят. Обзор. Ну, сами подумайте, в первом раунде у нас было 2 килла, когда я был со всеми. Я просто побежал за ним. А это тема, кстати, ну, да, типа, поодаль, но я мог тебя, типа, иногда видеть. Я тебя не видел, блядь. Ну вот я поэтому и спрашиваю, странно. Я тебя не видел. Окей. Я почему говорю? Я пытался с тобой стакнуться, и вижу, ты съебался от меня, но я пошел дальше, чекнул под камеры. Да ну, за Грина голосуйте, но это уже понятно, что с предыдущих раундов еще ж подозрения нет, там было 2 килла, когда, типа, кофе был с кем-то вместе. Со Злым я был, и еще кто-то был. Ну, типа, в этом есть смысл. Ну, я не знаю, Гвин, зачем ты его убил, на самом деле. Гвин меня не видел сзади, вот это вот меня больше убило. Я реально тебе говорю, я поэтому и спросил, я знал, что ты трейдер, типа, я почти был уверен. Ты поняла? Я захожу одна, делаю задание в углу, короче, делаю задание, выхожу, и вижу, ты стоишь, а никого не было, и я не могу пройти, потому что ты в проходе стоишь. А я специально на вход стоял. Я думаю, блядь, как закричать, что нажать, мне пизда. Это так, не просто ЧБ заходит. Нет, но на самом деле... Кто не зашел? Все, ластовое. Зачем ЧБ в этом, в пати нахуярил? Сейчас я скажу. Ну пока на первом месте злой. 7 очков у него. На втором, на третьем. Как очки вообще считаются? Hello guys, my name Evil Owen. Бля, не знаю, надо пересмотреть, короче, людей, которых я приглашаю к себе всегда. Я не знаю, сейчас позвал Олега, следователя, который первый раз звал. Бля, мне кажется, им так интересно, это просто пиздец. А вот некоторых ребят зову уже много раз, и им как будто так похуй, блядь. Конечно, не буду говорить про кого. Темно, я пробегаю, ничего не вижу, у меня загорается... Ребят, было очень темно, ебать! Вообще пизда! Я была на... А фонарик не включается, блядь! Со мной был Илья, и еще кто-то, двое. И стало темно, они все разбежались, у меня просто загорелось. Кнопка репорт. Это как тараканы, да, блять? Где именно Я же говорю, на О2, я два раза сказал, О2. Я эти листики ебаные загоняла. Мне почему-то кажется, что это Даша. Почему? Она так, что-то такое. Нет, я просто спрашиваю. Она принимает информацию и обрабатывает. Эмоционал не очень вообще. В плане? Ой, в плане, типа, неинтересно какой-то. В планте, блядь. Бомбу нахуй. Ну я скипну, типа, я не знаю. Да я тоже скипну, блядь, бред полный тут, что-то говорить. Давай, пытайся вспомнить, блядь, они своим, блядь, нахуй. Своей памятью, блядь. Рыбий, блядь. Ебаная сельда, блядь, под шубой. Я вообще, кстати, давай ебался, мне кажется, меня сейчас убьют. Связь, блядь. Комс, блядь, май таблет, нахуй. Да, они что, сами не могут перекинуть, блядь, данные? Честно, как тупица ебаная, бегаю, нахуй. Это значок Wi-Fi же, да? Почему они не... Wi-Fi, блядь, что, не достает, нахуй? Я был готов, что кнопку репорт нажимать. Синий-розовый. Где? Ну, могу сказать, это точно не злой. Смотрите, короче, синий и розовый были сверху. Я побежал вниз, выключился свет, я побежал вниз. Они, скорее всего, этого не делали. Они были сверху, и кто-то был внизу. Дай слово. Смотри, я чекал, следака и вишня были вместе на электрике. Я 3 ёбаных раза проверял. И ко мне сейчас забежал Вадя, я стояла тут же. Я там была. Я видел Юечку, которая спускалась снизу. Куда она побежала в электрике? Артур, я осталась в электрике. Вадя забежал, я в электрике. Но я никуда не убегала. Да, она была в электрике. Мы вместе стояли, качали вот эту штуку. Так вы вместе, блядь, 2 трейдера? Нахуй, блядь. А может это... А Вадя, где труп Вадя?
Смотри, короче, я же говорю, два человека выполняли сверху задание. Выключился свет, и я решил, что вроде, если это кто-то из них убьет, то я запомнил два цвета. И побежал вниз. Вниз начал бежать, у меня загорелась справа кнопка репорта, я ее нажал. Я даже не видел, где. Скорее всего, где-то в середине был. Три вишня, Эвелон и Юечка у меня под подозрениями чисто такие. Или сам репорт, Злой пришел. Смотри, пришел мы снизу, сейчас были, были на электрике, выключился свет, я побежала его включать, и ко мне навстречу Вадя забежал. Все, это все, что я видела. Мы были на электрике, была еще Юечка. Короче, следа, кто-то убил, кто прибежал. То есть мы были уже там втроем. Кто-то, кто прибежал, убил. Нет, я там давно уже стояла. Кто убил, кто прибежал, три типа стоит на электрике. Смотри, мы стояли, смотри, я тебе объясняю, мы стоим сверху, сверху. Я стоял, блять, а сколько, синий, какой еще сказал? Блять, я забыл. Блять, мне кажется, бля, не знаю, мне это кажется вишня. Вишня по первой, блять, куда они, блядь. Я сейчас объясняю. А при чем тут? Нет, в смысле, при чем тут Вадя покаяться? Я сказал все как было. Сказал, два человека делали задание. Я подумал, что я запомнил два цвета, и если кто-то из них убьет, Вадя, то я буду знать оставшийся цвет. Это была шутка, ладно. Пизда. Да, что-то... Как-то плоховато все. Арина! Это была Арина! Аринян! Аринян, короче, смотри, плюсую Юечку. Я заканчиваю квест, нахуй, хуяк, люк открывается, блядь. И ну, я, Юечка, блядь, голосует. Ребята, это Юечка и Гвинглейд, вот все, что я вам скажу. Потому что я увидела просто труп Вадима, его зарепортила, там стоит Гвинглейд, и Юечка им просто поебать. Я квест делаю, открываю квест, открывается люк, побегает Юечка, дает репорт. Ну, значит, ты ошибаешься, потому что это Даша, потому что я увидела труп. Даша снизу, прибежала. А где труп? Где труп? Ты сначала качала данные, потом спустилась вниз. Труп в электрике. В электричестве. И потом в электрику. Там было 4 человека. Так, тихо, подождите, в электрике был же в последний раз Гвин кофе. Кофе, ты же был в электрике, правильно? Да, я был, я не видел просто. А труп в электрике где, снизу или сверху? Я в этот момент начал спускаться вниз и убегать, типа, и все, и меня там уже не было. Поэтому я не видел. Я же тебе говорю, я по факту Гвин оставалось. У меня задание, блять, я тебе говорю, я задание делал. Забегает Юечка, открывается люк, Юечка, блять, репортит. Она видит, блять, труп и Арину, блять. Говорит, люк открывается, и снимает. Подожди, ты кого Гвин топишь? Юечку? Нет, Варину, блять. Варину? А Варину-то за что? Я же тебе еще раз говорю, я снимаю задание, заканчиваю, открывается люк, анимация есть люка, блядь. Стоит Арина Гвину на трупе. Я верю Гвину. Плюс Юечка. И я его репорчу, логично, что нет. Так вы реально думаете, что Арина кого-то в спину могла вот так убить? Так если Юечка забегает, блядь. Да не может быть такого. Пока я его не завершу. Окей. Бля, я бы разномасом Юечку тоже убрал, но мне не нравится. Ну чисто давайте уберем Юечку еще. Разномастер. Со мной походить, если хочешь. Не, давайте уберем ее просто. Не, что-то тут заваруха. Хорошая какая-то работа, Олег. Я думаю, там можно не выполнять задание, им пизда. Тут ни одного человека нет. Бля, Олег просто гений, блядь. Как это так могло совпасть, блядь? Убиваешь хуй знает где? Блядь, Олег просто убивает у 4 людей на глазах. И они друг друга готовы, блядь, убить. Блин, мне надо бы задание все равно выполнить, вдруг выиграет. Или похуй. Не...
Бля, он прям идеально отыгрывает, как красный. Типа прям ходит, выполняет задания, прям, типа прям... Прям даже когда никого нет, типа он делает задание. Стоп, а кто меня убил? Меня же Лек убил? Да? Бля, ну клип смешной, пиздец. Скиньте этот клип, нахуй, это пиздец, угар, угарыч, блядь. Арирую. Хорош Коти, блядь! Хорош! Вадя! Вадя! Я так спалился! Вадим, это пиздец. Чтобы вы понимали... Ребят, можно я расскажу? Можно я скажу? Я просто ждал этого 5 минут. Стоит... 5 человек стоит в одной куче. Кофе заходит, короче, в вентиляцию. Выходит с вентиляции, меня убивает. И вишенка, и ой, этот... И Юська говорит, это Арина! Вадя, ты гений просто. Чтобы ты понимал, когда я встал там на вентиляцию, я случайно нажал, но не на ту кнопку. Я прыгаю в нее, я понимаю, что... Знаешь, я думал, ты меня подставишь сейчас, забегает Юська и спасает меня просто. Да! А еще, Вадим, когда убили, когда свет отключили, когда убили, когда тоже дофига людей стояло, ты это видел. Я прям рядом с тобой пробежал в тот момент, когда я убил типа. Я не знаю, как ты этого не увидел. Ты увидел, думал, блядь, я весь чат писал то, что типа. Я увидел. Ты увидел хилку. Я ненавижу тебя, Олег. Я в самом начале зарезал кого-то в толпе. Олег, слышишь? Да меня, блядь, вишня пробегает мимо Гвина. А тебе вообще интересно сыграть финал? Просто ты у нас прошел финал. Тебе интересно сыграть финал потом? Через неделю. Максимум очков? Да, у него максимальное количество очков, да. На следующей неделе. Я постараюсь. Все, мы выходим? Да, мы выходим. У Олега 9,5 очков, у Злова 7,5 и у Юечки 7,5. Получается, я говорю, что 3 человека проходят. Это получается Олег, Юечка и Злой.